Всем привет, ребят. Приехали на объект. Давно что-то мы ничего не вылаживали. Забыли, что у нас есть камера. Были очень сильно загружены. Короче, сегодня объект у нас такой интересный. Сейчас покажу, в чем он. В чем его особенность. Положи. Вот, растет осина. Были у нас ураганы. Сломала. Зависла на соседнем дереве. Зависла на макушкой. На соседней осине. План действий у нас какой? Полезем вот на эту осину, на первую, туда повыше. Там завяжем станцию. Завяжем за макушку сломанную осину. Спущусь. Тут же завяжем станцию для спуска, спусковое. Короче, будем ложить ее целиком. Будем пилить по кусочку и опускать вниз. Еще сейчас постараюсь по максимуму запечатлеть сегодня со Станиславовичем, с вашим любимчиком. Маша, привет подписчикам. Короче, будем одеваться, потихоньку начинать и, соответственно, все показывать. Понеслась. Итак, вот мы завязали спусковое. Сейчас буду подниматься. Станиславович готовит мне веревку. Я уже снаряжен, так сказать, вооружен. Мягкая обвязка. Пилы сегодня у нас. Пилы сегодня у нас стиль. Я там уже прикрыть пока не надо. Ну можешь прикрыть пока. Прошли у нас ураганы. Наломало деревьев. Короче, работаем. Вот и сегодня идет дождь. Вот я наверху, высота метров 10-12, наверное, плюс-минус. Сейчас. Страховочное сегодня спусковое устройство у нас. Риг. Можно было, конечно, зигзаг, было бы поудобнее. Ну, зигзаг что-то забыли, не взяли с собой. Так, сейчас что буду делать? Синюю веревку, это будет спусковая. Вот. Дерево у нас там не особо-то толстое, большое. Ветка выйдет. Для чего пропустил через ветку? Чтобы потом, чтобы станцию не вязать. И потом мне пришлось лезть, развязывать. Короче, такой небольшой лайфхак. Вяжем вокруг ствола. Вот я его подвязал за макушку, вот через эту ветку. Ветка выдержит такой ствол, даже если не выдержит и она сломается, она зависит на это. Короче, всем специалистам, которые будут смотреть, не надо там мне рассказывать, что надо станцию и так далее. Было бы дерево большое, более увесистое, там да, вопросов нет. А так как я немножко ленюсь потом лезть сюда за веревком, чтобы не делать этих лишних движений, мы чуть перебросили через ветку и все. Сейчас спущусь на землю. И... Опа. Все, спустился. Пашка, разматывай. И зеленую бухту, она нам уже не понадобится. Сейчас я пока выключусь, мы разденусь, разбуюсь, чтобы не мокнуть. Не мочить снаряжение под дождем. И как начнем пилить, включусь снова. Так, все, я разделся, вот лежит снаряга. Сейчас будем заводить веревку спусковую. Давай, Станиславич, заводи.
работает рабокор. Натягивай. Сейчас будут тянуть. Вот она. Еще, еще, еще тяни. Вот, натянулись. Замотались. Струна, она немножко пошла сюда. Сейчас, короче, задумка какая. Делаю косой пропил. Она съезжает и упирается в землю. И потом по колодочке пилим и опускаем. Так, ну что, начинаем. Сейчас покажем, что получилось у нас. Вот Станиславович держит. Вот висит осина. Опускай. Откинь. Один оборот по одному откидывай. По одному. Пробуй пропустить. Вот она. Поехала. Стоп. Стоп, стоп. Дай-ка. Давай, я буду держать сейчас, да? Завязывай веревку. Наклони вниз. Вот, и отвяжи веревку. И не тащи, я ее сейчас подойду, тут прям распилю. Развязывай узел, снимай карабин. Карабин в карман положи. Вот видите, как я говорил, та ветка выдержала этот ствол. Все, а сейчас нам лезть не пришлось туда. Веревка снимается. Станиславовичем сматывается. А я иду распиливать до конца.
Ну вот и все. Все, спилили. Видите, забор целый. Осины целые. Так что, ребят, не запускайте деревья. Пилите сразу. Оно, видите, высохло, сгнило. Сейчас покажу. И поэтому надломилось при урагане. Вот. Вот здесь все сухое вымешаю. Вот. Так что, а мы едем дальше. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Лайки, дизлайки, хейт, не хейт. Любая активность нам приятна. Все, до новых встреч.